начаток языков, небо тебе принеси, лежащему младенцу во ясли, звездою. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, язычи и же древние тлею в погружении, пагубы. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, люди, видевши в древние мрачении, от этой светлые светлости, язычи же Богу на стене светлые носи, подаря дамам и священным благодать, и те же множественные Святому Духу, и ты не близкий во веки веков. Аминь. Аминь. Святых, помилуй ты, спаси нас, яко благ и человека любит. Как побороть зависть?
как побороть чревоугодие, как побороть злость, злопамятство, ревность, сребролюбие, ненависть к человеку, обиду, которую один человек к другому может всю жизнь пронести до смертного одра. Как ее победить? А как я могу простить, если, может быть, он меня предал, лишил жизни моего любимого человека? Как его простить? Как? Есть силы в мире? Нет. В мире сил нет, человеческих сил. Но Господь дает эти силы. И Он не от мира. На иконе мы видим, Он вроде в мир пришел, к нам. А где Он рождается? В нашем мире Ему не нашлось даже человеческого жилища, где родиться. Быть с Ним и радоваться жизни. Радоваться. Осознавать свою жизнь, проживать свою жизнь. Не о чем-то думать сейчас, или о будущем, или о прошлом, а свою, о настоящем. Вот моя жизнь, чтобы бросить, помните, там, что там, Колизей, да, вот, для потехи, чтобы зрелище христиан вели и открывали диких зверей, львов, тигров, и они туда, они их съедали. Вы открывали на людей, а толпа кричала. Вот я был в Риме и был на этих местах. Это же, кстати, святые места, там Папа Римский поставил крест, он сейчас там стоит. Потому что там сколько христианских мучеников, если воспитал хорошо. А сейчас такие детки, что и твою пенсию мыкнут. Ты получишь, а где пенсия? А где ты его мобили? О, воспитал. Никакие пенсии. Слава Богу за все, братья и сестры. Поэтому всех вам призываю радоваться, радоваться, еще раз радоваться.